Всем привет! Сегодня я проведу обзор в магазине Fix Price, который находится в городе Ростов-на-Дону, торговый центр Талер. Точный адрес укажу, как обычно, под видео. Ну что, давайте посмотрим, что же там интересного. Всем приятного просмотра! Подставка под горячее стоит 77 рублей. Диаметр 18 сантиметров, выполнена из углеродистой стали. Вот так выглядит подставочка. Посмотрела, там была одна форма, возможно, появятся еще варианты. Смотрится, конечно, оригинально. Мы видим здесь вилки, ложки, ножичек и все в черном цвете. Снизу имеются вот такие круглые, как ножки, чтобы не царапала поверхность. Ну, вот так вот сделано. В принципе, неплохое качество материала, довольно-таки плотненькое. И смотрится интересно, стильно. Коврик одноуровневый стоит 199 рублей. Размер 40 на 60 сантиметров. Выполнена из 100% ПА. Основа искусственный каучук. Обработана оверлоком. Нить ПП. Вот так выглядит с обратной стороны. Такой мягкий какой-то материал. Ну, возможно, не будет скользить это тоже. Есть два варианта. Вот нашла еще белого цвета, полностью белый. Но здесь немножко вот на ощупь, кажется, материал по-другому сделан. Мягкий такой. И обработано по краям розовой такой ниточкой. На обороте тоже по-другому сделано. Два варианта было на выбор. Вафельное полотенце стоит 55 рублей, выполнено из 100% хлопка, размер 45 на 60 сантиметров. Выполнено в России, качественно прошито, ну, в принципе, неплохой такой вариант, яркий рисунок. Вот посмотрите, сколько их вариантов, цвета разные, рисунки тоже отличаются, как видите, есть вот такого плана и горошек. Бокс для хранения стоит 149 рублей, размер 22 на 16,5 на 14 сантиметров. Сверху крышка, крышка прикреплена, не снимается отдельно, и с симпатичным рисуночком. Также имеется ручка. Благодаря такой ручке можно будет удобно его переносить. Яркий дизайн, конечно, мне понравился фиолетовый цвет. Откроем, замочек хорошо, кстати, сделан, крепко держит. И вот так выглядит в открытом виде. Как видите, крышечка не снимается. Закрываем. На выбор было представлено всего лишь в одном варианте рисунка. Друзья, посмотрите, какие интересные подушки появились в продаже. Размер 50 на 70 сантиметров, плюс-минус там 2 сантиметра. С кантом. Наполнитель из натуральных материалов. Посмотрите, какое качество хорошее. Очень симпатичный рисунок. Сама ткань плотная. И подушка сама по себе неплохая. Стоит 299 рублей. Состав наполнитель. Пух, перо 50%, хлопок 50% и ткань. Тик пуходержащий. Вот я пощупала, ну, чувствуется, конечно, что там находится перо. Плотный такой состав. Ух ты, это что-то новенькое. Посмотрите, насадка на швабру. Такое я еще не встречала. Интересная такая насадка. Размер 27 на 14 сантиметров. Цены не было, только выложили. Ну, до 100 рублей будет стоить, не больше, я думаю. Выполнена из полиэстера. Сверху на резиночке. Ну, я думаю, что, наверное, надевается как-то на швабру, на веник. Ну, в общем, используется для влажной уборки и так далее. Хотя, по мне, конечно, не совсем удобная. Привезли снова вот такие органайзеры для косметики и аксессуаров за 249 рублей, которые отлично подойдут для хранения салфеток. Там, допустим, косметику, украшения, салфетки и другие необходимые аксессуары можно хранить. Новые милые сумочки необычной формы за 199 рублей. Выполнена в виде очаровательной овечки и дополнена тонким ремешком. Станет потрясающим подарком, конечно, юным модницам. Имеет одно отделение на липучке. Давайте раскрою, покажу вам. Вот она, липучка. Так, внутри, как видите, ткань такая, как шелковая. И вот так зашита липучка. Ну, необычно смотрится, конечно. Вот он, ремешочек. Вязаный такой, как будто ремешок. Красиво смотрится, конечно. Сумка удобно носить через плечо. Выполнена из полиэстера. Размер 14,5 на 17 сантиметров. И вот здесь вот мы видим такую мордочку овечки. Два цвета было на выбор. Посмотрите, как мило. Покажу поближе.
продаже появились детские пижамы. Посмотрите, вот размеры есть разные. Смотрите на бирочке. Выполнена из 100% хлопка. Получается такой комплектик из шортиков и майки. Давайте поближе посмотрим, как прошито. Неплохо, в принципе. Производитель Россия. Так, и вот здесь вот у нас шортики на резиночке и маечка. Ну, неплохо, знаете, смотрится. Если не ошибаюсь, то стоит 199 рублей. Есть разные варианты, как для девочек, так и для мальчиков. Вот вариант с велосипедом. Вот здесь у нас спорт. Футбольный мячик изображен на шортиках. И для девочек нашла один вариант белого цвета с девочкой. И с такими вот розовыми сердечками и губами. Приближаются холода, и уже появляются стельки зимние, вот есть уже в продаже. Стоит 55 рублей. Выполнена из войлока с алюминиевой фольгой. Войлок способствует улучшению теплообмена внутри обуви и обладает способностью поглощения влаги. И так далее, друзья. Есть еще вот такой вариант. Термостельки. Стоит 55 рублей. Размеры тоже есть разные, от 34 до 45. Материал сохраняет тепло и впитывает излишки влаги. Как видите, на обороте даже есть инструкция. Выполнена из искусственной шерсти, латекса. В большом количестве также привезли детские колготки за 99 рублей. Размеры также есть разные. На обороте тоже указан даже возраст. Вот 4-5 лет написано. Выполнена из 98% хлопка, 2% полиуретан. Вот так прошито. Ну, в принципе, стандартные колготки неплохие. Но, не знаю, друзья, как-то я брала своему малышу. Мне показалось, что очень низко расположен пояс. И вот постоянно сползали у нас колготочки. Ну, а так качество хорошее. Есть разные варианты. Вот, как видите, для девочек и для мальчиков. Колготки детские, матовые, за 149 рублей, 40 ден, выполнена из полиамида 92% и эластан 8%. На обороте, в принципе, все указано, друзья, размеры там и так далее. Смотрите, там по росту написан размер. Ароматизаторы автомобильные за 50 рублей с интересными такими яркими смайликами. Этот у нас с ароматом лимона. На обороте мы с вами видим меры предосторожности и так далее. Кому интересно, можете поставить на паузу. Но там, конечно, речь идет о том, чтобы не использовалась как игрушка и не давали детям. Есть вариант в форме звездочки, нашла двух цветов, аромат лимона и морской. Милые такие смайлики. И еще вот такой формы, сердечко и кружочек и арбуз. И аромат клубника, лимон, ваниль. Интересные, яркие такие ароматизаторы. В продаже также появились туфли комнатные, так их называют, ну, шлепки за 199 рублей. Теплые уже варианты для мужчин, для женщин, в принципе, тоже подойдут. Вот такая получается подошва, размеры есть разные. Прошито хорошо. Есть еще вот такого плана, более такие летние, не теплые, не утеплены они ничем. Стоят тоже 199 рублей. В принципе, качество очень похоже, друзья. Вот синего цвета нашла в горошек белый. Не знаю, насколько маркаются они или нет. Есть еще розового цвета. Цветок искусственный, роза. Посмотрите, какие красивые. Стоит 99 рублей. Выполнена из тирилен, железа, полипропилен. Производитель Китай. Конечно, постарались сделать очень правдоподобно. Вот посмотрите, даже шипы мы видим. Листочки, кстати, зеленые, очень реалистично смотрятся. Довольно длинная, наверное, 70 сантиметров где-то будет. Ну, есть на выбор вот такого плана. Есть белого цвета с желтым таким оттенком. Есть красного цвета. Так, розовый я вам показала с белым. Есть вот такой розовый цвет, чисто розовый. Ну и вот все варианты, которые можно выбрать. Очень интересные наборы декоративных наклеек за 149 рублей. Отличный выбор, если хочется разнообразить и освежить интерьер. Размер листа 60 на 90 сантиметров, выполнена из ПВХ бумага. Симпатичные варианты. Давайте покажу все, которые были.
Ну, очень красивые большие такие наклеечки. Есть вот такого плана мы видим с разными цветами. И с обратной стороны вот такой вариант. А вот здесь вот, кстати, в окошечке показаны, какие варианты в общем наборе, так сказать. Вот есть еще такого плана в вазе цветы. И еще увидела вот такой интересный тоже. И вот на обороте. Хорошая новиночка. Также появились новиночки в отделе косметики. Посмотрите, вот такой питательный крем для рук за 55 рублей. В состав входит рисовое молоко, пробиотик, масло грецкого ореха и экстракт инжира. На обороте, в принципе, вся информация имеется. Я вам поближе покажу. Кому интересно, можете поставить на паузу и поподробнее почитать. 150 мл объем. Есть на выборе вот такого плана. Здесь у нас уже миндальное молоко, масло макадамии и экстракт малины. И третий вариант. Вот такой коричневый флакон. Кокосовое молоко, масло бразильского ореха и экстракт шоколада. Хороший вариант, я думаю, будет пахнуть приятно. Есть еще вот такой вариант, крем для рук и тела, правда, подходит, французская роза, камей. Цену, к сожалению, не увидела, но я думаю, что до 100 рублей будет стоить. Подходит для использования после душа и мытья рук. Написано, что после применения остается аромат французской розы, ну и так далее. Также, как видите, вся информация необходимая имеется на тюбике. Объем 190 мл. Яркий такой флакон, симпатичный тоже. И еще один вариант крема увидела. Многофункциональный крем. Стоит 55 рублей. Смягчает, успокаивает и защищает воспаленную кожу. Обладает противовоспалительным, бактерицидным, болеутоляющим, антисептическим и ранозаживляющим свойствами. Интенсивно увлажняет кожу, наполняя ее питательными веществами. Интересно. Тетрадь на пружинке стоит 77 рублей. Незаменимая, конечно, для учебы и работы тетрадка. Яркая обложка, формат А4, количество листов 96 штук. Так, ну посмотрим. Вот такая пружинка и внутри листочки в клеточку. Ну и, конечно же, есть всевозможные расцветки, рисунки и так далее. Их, конечно, много. Ну, вот все, которые мне попались. Снова привезли игрушки «Спящий малыш». Стоит 149 рублей. Посмотрите, какая милота. Ну, смотрится, конечно, очень симпатично в этом шаре с бантиком. Можно прям вот так вот, мне кажется, и вешать куда-нибудь для красоты. Даже на елочку можно, на Новый год. Посмотрите, какая куколка там лежит красивая. У игрушки подвижные руки, ноги и голова. Размер шара 10,5 см, а малыша 11 на 5,5 на 3,5 см. Выполнена из ПВХ, полистирола и полиэстера. И вот все варианты, которые были. Светящиеся в темноте воздушные шары за 77 рублей. Яркий оригинальный аксессуар, конечно. В комплект входят три разноцветных шарика, которые можно надуть воздухом или гелем. Состав латекс. Работает от трех батареек, которые уже входят в комплект. Ну, подробная инструкция есть вот на обороте. Можете также поставить на паузу. Ну и так далее, друзья. Не буду останавливаться на этом. Здесь, в принципе, все подробно показано и картинками, и написано подробно, как это все работает. Отлично подойдет на любые праздники. Пазл за 55 рублей. Изображение состоит из 26 элементов. Рамка по краям поможет правильно собрать картинку. Размер собранного пазла 30 на 20 сантиметров. В ассортименте представлены дизайны с персонажами из любимых мультфильмов и сказок. Предназначено для детей старше 3 лет. Настольная игра «Пинбол» стоит 99 рублей. С помощью рычага надо запустить шарик на игровое поле и попасть в лунку. Каждая лунка приносит определенное количество очков. Цель игры – набрать максимальное количество баллов. Можно играть одному или устроить веселое соревнование с друзьями. Примерный размер 27 на 14,5 на 1,8 см. В нижнем левом углу расположен дополнительный лабиринт с шариком. Состав полистирол, бумага, металл и полипропилен.
Интересная, конечно, игра. Посмотрите, друзья. Я сейчас попытаюсь пошатать там шарики. Ох, как двигается, все начинает крутиться. Здорово. Можно выбрать несколько вариантов расцветок. И вот еще один вариант нашла. На сегодня все, друзья. Спасибо всем за ваше внимание, за вашу поддержку и комментарии. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.